Всем привет, с вами Фелранес, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Origins. Так, я тут расковырял себе как модненький кайфовый костюмчик, хотя мне кажется, он не сильно вписывается в данную игру. Ну да ладно, так, а ты чё пешком-то пошёл? Там жарят кто-то. Так, мы прибыли в Мемфис за очередной жертвой, это, я так понимаю, ящеричка. Как-то у них здесь мрачненько, я смотрю. Так, а еще я полтора месяца, наверное, в эту игру не заходил. Да, все 9 серий, которые были выходили до этого, записывались. Я поговорю с Фаширин Птахом. Поищу в Великом Храме. Записывались почти что подряд. После этого я сюда не заходил, хрен знамо сколько. Так, ну да ладненько. В принципе, как паркурить, я уже немножечко вспомнил. По уровню у нас в чем? Двадцать четвёртый. Мы пришли по 21-му. Я думаю, все шикарно. Так, у нас еще союз мятежников какой-то. Освободить мятежника Теодора. Плюс весы крокодила. Да. Так, стоп. У нас вот это. Что-то мне кажется, здесь как-то мрачновато, нет? Аюхая. Так, опять хреново туча разных заданий. А, ну мы почти 25-й, вообще красота. Мемфис. Чудный город. Но он стал полем боя. Могилой. Мне кажется, мне не сюда. Может, сюда. Не-не-не-не. Я монах. Смеешь обвинить? Опять семейные разборки. Мы точно вспомнили все части ритуала. Уймись уже, наконец. Не сомневайся. Если умрет наше дитя, я тоже. Нет, мой лотос, не говори об этом. Я отправляюсь к дому правиться. Не трогай меня. Баек, ты прости, я... Я ищу ящерицу. О, ящерицу? Еще одно несчастье Мемфиса. Город стонет под тяжестью проклятия. Болезнь, гниение, тлетворное зловоние. Бык Апис болен, он умирает. Боги нас покинули. Люди ждут от меня помощи, но я и сам брожу во тьме. Паш! Апис, что же мы сделали не так? Паш! Проклятье коснулось и моей семьи. В этом году трое наших детей погибли еще до родов. Жена опять на сносях, но если умрет и это... Трое в этом году во время родов. Я займусь этим проклятием. Кошки, по-моему, так часто не рожают. Нам поможет провидец. Его дом на юго-западе. Если это воля богов, я приму их наказание рядом с тобой. Бля, я как будто инопланетянин в Древнем Египте.
такие шмотки, что-то все светится. Молясь, что-то не гармонирует. И самое досадное, в них никакого дополнительного эффекта. То есть, вот, например, я помню в... Где нам шмотки-то давали? В этом, по-моему. Как его? В Black Flag'е? Но так там они вроде пули отражали, а здесь вообще ни хрена. Я вот думаю, может это, переодеться? Ну реально, вот, выглядит круто, но вообще никак не вписывается в этот самый, в местные... Ну, меня поняли. Давайте, короче, пока что вот в этом. Может быть, потом я себе какой-нибудь костюмчик прикуплю, их вроде продают. Ну, не знаю. Вот этот мне не нравится, потому что босиком... Это какое-то извращение. Мне кажется, вот в этом мы и будем всю игру проходить. Хотя бы как-то не портится антураж. Расти же, свет! Приди же, свет! Мое дитя! Что за херня тут происходит? Наконец ты пришел. Кто это такой? Это Избавитель. Долгие годы я ждал его. Что? Ты спаси мое дитя от верной смерти. Давайте начнем ритуал. Принеси мне котел. Я повелитель того, что скрыто. Бесплотный дух, что парит в вышине. Сотис, сегодня я взываю к тебе. Ответь мне, ничего не скрывая. Пусть твои глаза увидят. Лишенный влаги, да выйдет сюда. Сотис, да откроются их глаза. Да откроются твои глаза. Все? А, нет. Не заплутать бы. Что это за проклятое место? Что это там? Что это? Вроде гробница? Нужно идти, или я сгину в песках. Вот, кстати, да, не хотел бы я в такой ситуации оказаться, чисто где-то посреди пустыни, в песчаную бурю, да или просто посреди пустыни. Вот что-что, никогда не поеду в Ливию, в этот... Что там еще-то у нас на севере Африки? Это тень. Пожиратель душ. Алжир. Марокко. Блять, я такое в Секиро помню. Мы ему глаз выковали, а потом вообще убили. О, вы вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Анубис, что ли? Я долго шел сюда. Я повидал многое. И теперь я один из вас.
этот великий суд. Вот это его торкнуло. Не, я знаю, когда, например, температура у человека, могут сняться бредовые сны. Но это, по-моему, уже перебор. Нет! Девки гнутся. Чё, мне его размотать, я так понимаю, надо, да? Священного лука. Священный стрел. А, я думаю, одного выстрела будет достаточно. У вас сны в Древнем Египте были, вот это я понимаю. Анубис, царь мертвых. Может, старик меня отравил? Да! Так! Яд! Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо! Апоп уязвим. А, это Апоп. В чем тут Апоп? Это прям ебальный. Ты не сожрешь мое сердце! Ра, защити! Вообще-то раз с ним должны разбираться вроде. Вставай, ты чё разлёгся-то, родной? Я тот, кто прогонит разрушителя. Больно? Вот и славно. Знай ярость Бога Солнца! Вечер добрый! Мое время не пришло! Разрушит ад. О, кора направит меня. Вставай, вставай. Нет, я не отправлюсь в долину тьмы. А, по-моему, отправимся. Вернись! Теперь ты падешь! Умри, пожиратель! Умри. Готов.
Что дальше? Сета победить надо. В облике Гора. Ковчег Завета? Я прошел через гробницу, через тьму и мрак. И вот я здесь. Я пришел. Сену, что ты видишь? Пусть за ушко. Они вернулись, спаслись от того, кто призывает тьму. Мой ребенок жив. Хвала богам. Что ты видишь? У вас с ней один и тот же враг. Не ешь пищу из храма. Готовящий ее травит твое чрево плотью мертвых. Иди, убей отравителя, избавь Мемфис от его черных дел. Угу. То есть повар козлина. Хвала тому, кто спасет всех нас. Ая! Любимый. Как ты? То есть вы видитесь 5 секунд, но еще не начали чпонькаться? Вы что, остыли что ли друг другу? А, все, пошли, отлично. Все, вот, ну ладно, 5 секунд прощается. Все? Что-то странное есть в твоем взгляде. Что мучит тебя? Сны. О сыне. Байк. Жену верховного жреца отравили. Провидец считает, что ее отравил наш враг. Ящерица? Думаю, да. Жизнь быка Аписа тоже висит на волоске. Отправимся в храм. По пути сможем поговорить о твоих снах. Ну, вообще логично. Типа, ее отравили и травят. Быстрей. Ну, расскажи, каково это быть Меджаем всего Египта? Порой это все равно, что следить за муравейником. Но я рад помогать людям. Я тоже. И рада, что служу царице. Говорила с верховным жрецом?
Да, рассказала о прибытии царицы. Она едет в Мемфис? Да. Изгнанница возвращается в сердце Египта. Это насторожит Птолемея. Как я счастлива тебя видеть, Байк. А я? Только ты еще греешь мое сердце. Будь рядом со мной. Но я обязана служить царице. А как же мы? Наши узы прочны. Но мы оба видели, что сделал Орден. Мы можем бороться плечом к плечу. Спина к спине. Я обещала, царица. Почему она так важна для тебя? Она это поднимает ужас. Мой взор к небу. Я буду помнить о нашей утрате. Вечно. Но я должна создать мир, далекий от бед и скорби, чтобы ни одна мать никогда не страдала так, как страдала я. Я убью ящерицу и... Когда ты убьешь ящерицу, я покину Мемфис. И я за тобой. Поохотимся так же, как раньше. Ты говорил, что твой разум тревожит сны. Хочешь о них рассказать? Нет. К чему тебе тревоги? Ну, когда-нибудь мы поговорим о них. Позже, когда все уляжется. Когда все уляжется. И когда же? Скоро, надеюсь. Чего начнем? Пойди осмотри храм, а я поговорю со жрицами. Конечно. Грязная работа мне. Он живой еще? Вроде живой дышит. Пашарин Птах велел проверять воду для быка. Подношение для быка. Не опасно. Твоя шкура потеряла блеск сияющий. И бока исхудали. Дай, Хатор, тебе сил. Лучший выход насквозь. О, да, по локоть. Отлично. Чё нашёл? Скоробейчика. Косточки. Отцовская скотина от них дохла. Нужно обыскать место, где хранится корм. Я найду тебя, отравитель. Пища для быка. Остальная, наверное, в этом сарае. Косточки. Если быка Аписа кормили ими, ясно, почему он болен. И ожерелье. Я помню, на одной из жриц было похожее. Посмотрим, может, у второй нет украшения на шее. Так, а тут у нас что? Лут, 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 лут. Кто? Неожиданно. Так, нет, подожди. Я еще не все там забрал. Можно здесь что-то залутать? Или нет? Нет, он до хрена че лежит.
Хобана! Обожаю. Так, это забрали, забрали, все забрали. Даже древесинки. Древесиночка была. Кто-то не сдох. Так. А вот. Монет могли бы побольше навалить. Там еще внизу что-то лежит. Забрал. Так, это как будто наружу. А это? Это не как будто, это прям наружу. Или это обнаружу? Не знаю, зачем я их тут зажигаю. Мне кажется, вряд ли я сюда вернусь, но пусть будет. Так, хорошо. Хорошо, пойдем к Кае тогда. Отлично, да. Так, я так и планировал. Так я и знал. У одной жриц нет ожерелья. Палка ее. Способ отравить животное. Сестры, я уверена, это случайность. Одна, может, но не Бушель. Мы спасали Панкрата! А? Кого? Нашего брата. Злодеи похитили его, когда мы зашли на рынок. Они велели нам отравить бога. Грозили скормить брата крокодилом, если... С тех пор мы не можем сомкнуть глаз. Мне так жаль. Но как иначе? Мы бы... Я думал, он еще возьмет глотки и перережет. Так. Это не проклятие. Это явно дело рукой. Иди в храм, Хатор, без меня. Я не могу оставить жрицу. Спасибо. Храм Хатор. Ну, собственно, да, она же как раз головой коровы изображается.
Поэтому здесь, видимо, и бык. По специям чьим-то пробежался. Я надеюсь, там не сильно обидится. Что? Ой, палево, 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 палево. Огонь! Ага, нашел! Кого нашел? Вот ты где! Тут же никого нет. Ты надо такой нести, блядь, брось. Помогите мирным жителям. Сейчас посмотрим. Убью! Место хорошо охраняется. Даже слишком. Убить капитана. Хуис, капитан! А может, я тебе кровь попасюсь? Это что? Как можно быть таким грубым? Так, подкрепление вроде не планируется. Раз. Что? Два. Ой, мимо, Борис Иванович. Это ты, Панкрат? Да. Боги прислали храброго воина спасти меня. Ты ранен. Я донесу тебя. Конечно. Понесли. Ты чё орёшь? А, всё, умерла. Помянем. Так, ну вообще, в принципе, я здесь... О, давайте я вот сюда выкину. А дальше сам. Тут я вроде ребят зачищал. Ну да, да, без проблем, в принципе. На выход. Ой, еще бы знать только, где выход. А, ну вот. Расскажи о похищении. Не хочу говорить об этом на людях. К тому же, от боли я совершенно лишился сил. И денег. Дай мне денег, да? Я тебе все расскажу. Так, здесь... А, он далеко. Это мой дом. Здесь безопасно. Давай поговорим. Не хочу посвящать сестер в детали моих злоключений. Ладно. Похитить меня приказал жрец Анубиса из Великого Храма. Это человек Пашерент Птаха. Где его найти? Он носит синий шарф и жутко кашляет. Ящерица. Он заплатит. Ты ранен? Они тебя били? Меня связали.
давали немного хлеба, будто нищему. Ну? Похоже, ящерица. И мне снова придется обогреть руки кровью жреца. Орден повсюду. Чтобы защитить Египет, я готова убить и тысячу жрецов. Мы с тобой избрали насилие. Раз и навсегда. Но перед заданием-то почепыжиться надо, нет? Нет? Расскажу по шерифу. Зря. Он во дворце. Здесь рядом стоят лошади. Чего же ты ждешь, любимый? На перегонки, как раньше, в Сиве? А, если готова проиграть. Каков болтун? Ты возьмешь свои слова назад. Догоняй! Каков приз за победу? Ты никогда не узнаешь. Разойдись! Ты медленнее... Десса, а он уже пару лет как мертв. Ты скоро отстанешь. Правда? Ну, быстрее, быстрее. Я должна ему доказать. Это скачки. После Ведьмака прям вообще самое то. Похоже, я все-таки победил. Похоже, так. А, у всех свои слабости. Да. У тебя, например, к бахвальству. Что еще за шум? Царица будет говорить. Идем послушаем. Пока он правит, боги проклинают нашу землю и не позволят Нилу разлиться. Но когда богиня во плоти займет место на троне, воды вновь поднимутся. Верьте мне, и Мемфис воссияет, как рубин в обрамлении золота. Верьте мне, и Египет возродится! По-моему, тебе не особо сильно верят, мать. Их нельзя терять. Для них я должна оставаться богиней. Царица, скажите, бык Апис все еще болен? Мы нашли причину болезни. Он отравлен. Кто это сделал? Жрицы-близнецы. Приказываю сварить их заживо в бронзовом быке. Прошу... Их заставили. Их брата похитил жрец Анубиса в синем шарфе. Кашляет. Хетепи? Но это же мой ближайший советник. Не стоит слепо верить тем, кто живет в твоей тени, жрец. Даже Хетепи против меня. Твоя семья была в опасности. Но это позади. Верь, мы справимся. Жрецы Анубиса будут проводить обряд в великом храме. Ищи их маски. И мой клинок найдет свою цель. Ай-яй, нет. Дай я. Мне все равно, кто убьет Хетепи. Он должен быть мертв до нашего отъезда в Гераклеон. Стой! Да вдохнет Птах-отец силу в твои руки.
Опять эти красножопые, точно. Так, Хитопи носит синий шарф, часто кашляет. Его можно найти в Великом Храме. Хитопи один из пяти жрецов в маске Анубиса. Я бы всех пятерых завалил. Хотя ладно, не, Анубис в принципе нормальный путевый бог. Чё-то ничего не говорится про культ Сета или что-то в этом роде. Типа во всех фильмах, во всех, не знаю, играх всегда сталкиваемся с тем, что поклонники Сета — это лютейшее зло. Здесь еще ничего про это не сказали. Типа в Аомке, я помню, там Кемсит Сету поклонялся. Еще один жрец Анубиса. Это его я ищу? Он прячется за своими братьями. Зачем в этом городе столько жрецов? Жрец Анубиса. Ну, так, ну в принципе четверых нашли. Вот, где еще? В Титан Квесте тоже что-то там про Сета было. Давай, что там, за титьку цепанись. Должен умереть лишь один жрец. Ошибиться нельзя. Ну, этот кашляет. Но я не вижу синего шарфа у него. Пока что запишем тебя в пидоры карандашиком. Ну чё, как внутрь-то? А синий шарф — это может быть вся вот эта накидка? На всякий случай, все равно остальных еще надо посмотреть. Это не кашляет. Вот тоже синий, но тоже не кашляет. Я подозреваю, что нужно херачить того. Маски Анубиса в синем, получается, балахоне. То бишь вот этого. Минус нога. Родимая. Чем не скажут? Ха, неправильно. Нет, правильно. Ящерица. Жрец, проклявший Мемфис. Я чту традиции Египта. Цена слишком высока. Люди страдают. Дети гибнут в утробе. Имя верховного жреца опорочено. Его имя давно пустой звук. Все люди всего лишь божий скот. Их нужно подгонять кнутом. И ты один из них, Байк. Ты глупый зверь! Меня ведет воля. Не страх. О да.
И кто же охаживает кнутом тебя? Кто повелел тебе лишить меня жизни? У меня мои боги. Узри своих. Проклятие с Мемфиса. Надо сообщить остальным. О, пирамидки Гиза. Уже, кстати, довольно отдалились. Вот прикиньте, да, там разработчики столько деталей прорисовывали к каждому дому. А мы, простые игроки, просто берем, пробегаем. Больше половины даже не видим. То есть чисто по заданию протопил и все. Братан, ну залезь, пожалуйста. Что тебе здесь не нравится, не пойму. Ну ведь реально, кирпичики прорисованы, всякие ниточки, веревочки, яблочки. И некоторые даже здесь просто, ну, не пробегут. Вот я, получается, протопил, да, чисто по сюжету прошел. Александрия что-то там мы посмотрели, и все. Вот Александрия, там, в Гизе город, еще. И все. Я, конечно, понимаю, что разработчики бабки за это получают, но мне кажется, им немножечко да и становится даже порой досадно. Столько трудов, и мало кто оценит. Но с другой стороны, ну, те, кто делали текстуру, а те, кто делали, наполняли сюжетом, к ним вопрос. Почему не сделать побольше каких-то активностей? Другой вопрос, получится ли это интересно сделать? Царица, они лишь хотели спасти своего брата. Теперь с проклятиями покончено. Хетепи. Что довело тебя до этого безумия? Мемфис снова твой. Наш. Раз со злодействами покончено, можно готовиться к фестивалю Аписа. Пусть демоны сожрут Кахи-Тепи. И пусть убийцы Хему последуют за ним. А с близняшками-то чё? Всё-таки набутылят? Мне вот интересно, а Клеопатра никак во всем этом общем заговоре не участвует? Это получится, как в первом Ассасине. Наш учитель оказался финальным боссом. Так и здесь, типа, Клеопатра окажется мразью. Да, я тебя угадаю. Главный герой где-то чепыжится, да, на крыше. И наблюдают за праздником оттуда. Ля, у нее вот эти цепочки на под глазами, как будто у нее очки здоровенные. Мне больно уходить от тебя, но я пойду одна. Ая. Я выполню свой долг.
И куда он ведет тебя? На север. Поджечь море. Я буду верен тебе. Надеюсь. Она такая, а я тебе нет. А пока пусть эта ночь будет нашей. О, давно не было. Отлично. Куда ж без этого-то? Ой, так. Ящерицу прибили. Что у нас дальше? Крокодильчик. Так, мятежник Теодор, нужно добраться до Вахи, чтобы заняться со своими людьми, планируя нападение на безжалостного генерала Деррата. Пока за крокодилом. За крокодилом. Охренеть. Это куда? Где крокодил-то, не пойму. Вот сюда, что ли? Хорошо, я когда эти камушки блестящие искал на броню. Несколько точек себе понаоткрывал быстрого перемещения. Хотя бы не надо будет так далеко ехать. О, Аид. Судя по вилам. Морья с параске вазма да туда нести. Эвдеменой и виодим. Оран булими. Так, ну чё, крокодила, я думаю, тогда давайте, наверное, на следующую серию, пока я добегу до него. Уже заканчивать можно будет. С вами был Филранес, всем пока и до новых встреч.